Доброе утро. Доброе утро. Сейчас сколько... Подожди, мы время не говорим. Не надо, не надо, не надо. Всем доброе утро. Доброе утро. Мы действительно рано утром встали для того, чтобы приехать сюда. Это мастерская прекрасного дизайнера Оптиизива. Я немножко волнуюсь, потому что именно здесь мы будем создавать брутальные, очень красивые образы ведущего X-Factor Беларусь. Это все про Владимира. Отправляемся? Я немного волнуюсь, это правда. Мне кажется, что я на сцене шоу X-Factor должен прежде всего остаться собой. Раз собой, то, смотрите, мне наверняка подойдет что-нибудь эдакое. Вау. Несколько тысяч клепок. Более 4000, кстати. 4000 клепок, класс. Мы находимся в мастерской и шоуруме у дизайнера Оптиизиева, одного из самых ярких представителей белорусской модной индустрии. Тут мы создаем разные изделия, делаем лекала. Вот вы можете обратить внимание, что в углу у нас висят лекала. На этом столе все кроится. Вот на этих машинках, где работает наша Ольга Антоновна, мы собираем изделия. В дизайне Оптиизиев делает акцент на работу с кожей, а также уделяет особое внимание деталям – ремням, застежкам и заклепкам. Не факт, что она подойдет, просто ради эксперимента, чтобы ты понимал, как тяжело будет человек, который приобретет эту куртку. Ну, посмотрите, насколько круто выгляжу я. Да, я не скромен на данный момент, потому что в такой куртке быть скромным просто невозможно. Всего у ведущего грандиозного шоу X-Factor Беларусь Владимира Богдана будет 3 образа. Какие, сейчас узнаем. Я думаю, что это будет этап по возрастанию, что-то простое, лаконичное, свободное, что-то немножко удлиненное, какой-то верхний трикотаж, что-то асимметрия, джинс, кожа, потому что сам Владимир является байкером, то есть нужно как бы его внутренняя составляющая учесть. Второй образ будет немножко сложнее, ближе, я бы сказал, что-то гранжу, милитари и с элементами классики. А третий образ, самый такой сложный, финальный, я бы сказал, это будет что-то классическое, но мало кто может сразу прочитать что-то классика. Премьера первого сезона вокального шоу X-Factor Беларусь ждет зрителей телеканала «Беларусь-1» уже этой осенью, а победителя выберут в декабре. С нетерпением ждем премьерный выпуск. Совсем скоро будут известны все финальные образы для ведущего X-Factor Беларусь Владимира Богдана, поэтому следите за подробностями.